загуляло знать оно. На импровизированной сцене Центра соцобслуживания хор «Пенсион Модерн». Вокалистки собрались вместе благодаря программе «Активное долголетие». Сегодня у коллектива особенное выступление для особенных зрителей. У нас сегодня мероприятие, посвященное месячнику «Белая трость». У нас в России, да, проходит такой ежегодно месячник с 15 октября по 13 ноября. На концерт пригласили членов Истринской местной организации Всероссийского общества слепых. И на этом мероприятии призваны обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению не закончится. У нас сейчас много мероприятий проводится в этих двух наших округах, в Истрии и в Красногорске. Вот 16 ноября в 12 часов у нас в библиотеке на Димитрова 9 тоже будет вот празднование месячника «Белая трость» и Международный день слепых. Мы уже и объединяем, и вот так вот. У нас 3 месяца сейчас таких праздников, еще декада инвалидов будет. То есть мы еще до Нового года будем проводить мероприятия. Продолжили мероприятие ребята из агитбригады школы номер 8. Их выступление получилось скорее познавательным, чем развлекательным. Школьники напомнили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, и вручили каждому зрителю светоотражающую наклейку.